Перед автозаводцами проходит их новое детище – лесовоз. Год рождения 1955. Есть у каждой профессии своя привлекательность, свое особенное, что-то неуловимое для стороннего наблюдателя. Но кажется, что особенного в профессии вальщика леса? Так думал Иван Старшинов, пока не побывал на других работах. И все-таки вернулся в лес, взял в руки бензопилу. Видимо, не зря эта пила так и называется – «Дружба». А вот Александр Пилицын в том же Белозерском леспромхозе накрепко связал свою судьбу с шоферским делом. Еще до армии получил права водителя. Отслужил и сегодня водит свой МАЗ по лесным дорогам. Да как водит? Много в Белозерском леспромхозе опытных старых водителей. А лучшим по профессии считается комсомолец Александр Пилицын. Сам для нее я пишу письма, письма лично на почту ношу. Знаю, знаю точно, где мой адресат. В доме, где резной палисад. Где же моя ненаглядная, где? Вологде, где, Вологде? В доме, где резной палисад. Шлю я ей за пакетом пакет, только нет мне ни слова в ответ. Значит, надо иметь в виду, сам я за ответом приду. Чтоб не случилось, я к милой приду, Вологду, Вологду, сам я за ответом приду. Вижу алые кисти рябин, Вижу дом ее номер один, Вижу сад со скамьёю ворот, Город, где судьба меня ждет. Вот потому-то мила мне всегда Вологда, Город, где судьба меня ждет.